всегда перед старым отделением какие-то анонсы рассказываю. Ну, во-первых, приветы передаю, конечно. Домой, в Минск. Просто, ну вот, любимым привет. Отдельной строкой, вот ну, так почему-то получается, я еще сегодня опять же об этом скажу, но тем не менее, военно-транспортной авиации. Очень, я знаю, что там есть балашовские люди, которые смотрят, им тоже большой привет. Значит, привет в Ростов. Есть там люди, которые смотрят, опять же, Николай Лопаренок, не знаю, если командующий смотрит, Николай Васильевич Гостев. Васильевич, привет. Еще раз в Америку привет, ну, думаю, что нет, но тем не менее. Хочу сказать, что уже продаются билеты на замечательный концерт ко дню воздушного флота моего друга Вадима Захарова на 17 августа. И скромно скажу, что приглашаю всех на свой день рождения 26 июля сюда. Это будет пятница, начало в 19:00. Буду рад видеть. Споем. И, наверное, более весело, чем сегодня, потому что немножко другие уже обстоятельства. Я вот, ну, вот уже подходили на диске расписаться на этом, о котором я рассказывал. Вообще, действительно, очень интересно получается иногда. Чем он еще, кстати, примечателен? Есть одна ошибка. Там написано, посвящено моему деду Николаю Васильевичу Анисимову, старшему лейтенанту, геройски погибшему на Горской дуге. Это так. В те годы, 13 лет назад, была информация, что он был старшим лейтенантом. Я не стесняюсь сказать, что на самом деле был лейтенантом. Это потом через архив Центральное Министерство обороны я выяснил. Но уже как есть, так есть. И это память. Бор-61, на котором я там сфотографирован. Ну, на обложке это боевой МиГ-29, а там, где мы с Сергеем Сухомлиным, с которым мы делали этот диск, там Спарка, МиГ-29УБ, бортовой номер 61. К сожалению, этого самолета нет. Он разбился, экипаж погиб. Вот, ну, то есть вот какие-то такие вещи, о которых вспоминаешь, глядя, вот, ну, там, вроде казалось бы, вот пластинка. Фотография на самом диске и под ним вот эта подложка, это реальная фотография из Афганистана. И казалось бы, вот, ну, МиГ-8. Но один мой друг, который в Афганистане летал, ты знаешь, говорит, я когда смотрю на это фото, у меня такой мороз по коже. Оказалось бы, вот 2 Ми-8 идет. У каждого свои какие-то ассоциации. Я сам о многом задумался, вот просто когда действительно нашел этот ящик, там где-то под землей у себя. Ну ладно, продолжим. Когда по жизни штиль и дрянь, тоска в фаворе, когда намного медленнее, волнения нет на море, то лучше утонуть. И я желаю свято, чтобы ветер начал дуть, и в море волны девятые, чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами и в жизни штормовой. Всегда везло пахам мне, и ангел мой со мной. Куда пойти бы ко мне, и ангел мой со мной. Куда пойти бы ко мне. Друзей бы не терять, пусть их минуют беды. И если уж стрелять, то в небо в честь победы. Дай бог смертельный шквал на айсберг не наткнуться, пройти девятый вал, в свой порт домой вернуться, чтоб парусник летел, как птица над волнами.
Ведь я ж всегда умела в морях дружить с ветрами в жизни штормовой. Всегда везло камня, и ангел мой со мной. Вот пойти бы ко мне, и ангел мой со мной. Вот пойти бы ко мне. Чтоб парусник летел, как птица над волнами. Ведь я ж всегда умел в морях дружить с ветрами в жизни штормовой. Всегда везло по камня, и ангел мой со мной. Вот и пойти бы ко мне, и ангел мой со мной. Вот и пойти бы ко мне. Спасибо. Знаете, в чем рекорд сегодняшнего концерта? В том, что... Ладно, немножко по-другому зайду, с другого виража. Помню, когда-то я здесь выступал, и, ну, там раз, два, три, там, пять, шесть песен. И вдруг из зала раздается такой, ну, встревоженный голос, чуть ли не дрожащий. Вертолетчики. Николай Викторович, вертолетчики волнуются. Вот. Да, я к тому, что сегодня был рекорд в каком-то виде, но это программа такая. В первом отделении я ни одной песни про вертолетчиков не спел. Но вертолеты не воевали на той войне, хотя ни одна вертолетная воинская часть имеет свою историю от той Великой Отечественной войны. Хотя бы прославленный 55-й вертолетный полк, город Кореновск. Он начинался как штурмовой полк на Ю-2. И в этом тоже есть какая-то такая вот, ну, наверное, преемственность, потому что вертолеты — это штурмовики сегодняшние. Ну, во втором отделении я все-таки, наверное, немножко поправки внесу в этом плане. Ласточки летают над землей. Если может, снова не погода. Мы удержим небо здесь полгода, значит полтора, я живой. На три умножается войной. А вот и с нами видно все на глаз. Если мы летим предельно низко, это значит нам до цели близко. Крайний или последний этот раз Бог решит, мы верим, Он за нас. И, конечно, верим мы в бою, той, что никогда не подводила. Кто-то называет крокодилом птичку, про которую пою. Ласточку пенистую мою. Подтвердят нам трассы расчет. Не ошибся летчик-оператор. Он как в фильме «Терминатор». Все, что снизу, убирает в лед. Наш привет он тем не нашим шлет. Скажет, кто не страшно, мол, вранье. Нас пугают снизу пули дуры, отвечая всей номенклатурой. Птичка разметает воронье, а мы втроем под небом у нее. Душу витокрылую свою вместе с нами ты не погубила. Обозвал же кто-то крокодила. Выручала нас в бою, ласточку пенистую мою. За спиной молотит пулемет. Бортовой наш парень не из робких.
обложился лентами в коробках. Пулеметный сам себе расчет, бортовому общий наш зачет. Надпись, что опасно у хвоста, даже дуракам ее смысл ясен. Нынче я действительно опасен, Горный край меня уже достал. Черту живописное место, все года, что вместе с ней в строю, красотой меня с ума сводила. Что за дурь кличет крокодилом ту, что вместе с нами на краю, ласточку пенистую мою. Словно сто разгневанных богов, всю на нас обрушили свирепость. В небе словно маленькая крепость, мы видим огонь из всех стволов. Нам иначе не сносить голов. С нашей птичкой мы не отвернем, не проходят с ней такие штучки. Бережно держу ее за ручки, словно в танце кружим мы вдвоем. Мы танцуем танго под огнем, с той, которой песенку пою, с той, что нас от смерти уводила. Я убью того, кто крокодилом обзовет любимую мою, ту, что выручила нас в бою, ту, что вместе с нами на краю. Ласточку пятнистую мою. Спасибо. Очень удивительно было вчера увидеть в Кубинке, что Торжок летает на парад на Ми-24, по всей видимости, в Вязьминках. Я не стал спрашивать, потому что, ну, у нас на сегодняшний день Ми-24 только в Вязьме и в авиации Росгвардии в Моздоке. Ну, тоже это знаково, да, наверное. И, конечно же, уже если спеть песню вот эту, то нельзя не спеть другую. Про ту машину, на которой я вчера над Кремлем пролетал, опять же, гордо сказал. Я вернулся. Весь набитый до отказа, я принес их всех на базу, всех и сразу. Хоть мне трудно на высотах, взял я всех живых трехсотых, три двухсотых, и их принял под завязку в окровавленных повязках. Дальше сказка, что движок не захлебнулся, что я чудом увернулся, я вернулся. Знать, судьба моя такая, 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Не участвую в парадах, что мне думать о наградах, но пределе на износе я Ми-8. Командовала мне волина, нахватал я пули довольно. Ух, как больно. Справа блистер мне разбили, провока хоть не убили, зацепили. Капитан, что в левой чашке, матерился, было тяжко. Мы в рубашках с ним, наверное, родились, потому что они разбились, возвратились. Знать,
судьба моя такая. 30 лет в горах летаю, я устал. Наверное, это моя осень. Для меня запчасти ищут. Жалко будет, если спишут. Я ведь старый на износе. Я Ми-8. Я вернулся. А в салоне наследили. Пятна бурые застыли. Шлангом смыли. Деда, в полночь я проснулся. Капитан ко мне вернулся, затянулся. Бортом мне ладонь прижала, и ладонь его дрожала, так устала. Говорил, что все в порядке, глазил мне рукой заплатки. И заплакал. Устал. Наверное, это моя осень. Хоть тяжелая работа, все равно летать охота. Пусть по войнам меня носит, я Ми-8. Я Ми-8. Количество приветов было от восьмерочников сегодня, которые звонили. Я просто, ну, если я сейчас начну перечислять, просто, ну, для меня очень близкий человек Александр Николаевич Алешагин. Он сейчас в Сызрани, ну, полетел просто вот на выходные. Это авиация Росгвардии, в прошлом авиация внутренних войск. Там-то не делили на Кавказе по принадлежности военно-воздушные силы или авиация ВВ, или авиация ФСБ. Ну, просто вот хотелось мне его вспомнить и передать привет. Александр Николаевич, привет. Очень хотелось передать привет, опять же, человеку, очень близкому для меня, которого я очень давно не видел, более 40, наверное, лет. Я был маленький, он чуть-чуть больше. Это человек, как вот тот клип, который на Ютубе Ми-8 самый основной, у которого там что-то там в районе 1 000 000 просмотров. Его делал тот человек, который первый услышал эту песню. Я ему через скайп ее пел, это был где-то 2009, по-моему, год. Это одноклассник моего старшего брата, Саша Казарин. Он был летчиком-инструктором в саратовском ВАУ. Саша, привет. Вот. От него сегодня вот есть люди, которые передали от него большой привет. Дай бог ему здоровья. Здоровье он похоронил над чернобыльским реактором. Вот. Это, опять же, о той работе, которую летчики выполняют. Следующая песня, она... Я ее постоянно пою, конечно, ее все знают. Наверное, сегодня она все-таки немножко прозвучит в каком-то виде грустно. Вчера, ну, я бы сказал, все-таки страна простилась. Хотя, конечно, там это были люди. Но все-таки в стране многие знали эту фамилию, это имя. Генрих Васильевич Новожилов. Дважды герой социалистического труда. Там, ну, так получилось. Это история, о которой не хочу рассказывать, не буду, потому что Генрих Васильевич ушел 28 апреля, похоронили его вчера на военно-мемориальном кладбище в Мытищах. Очень здорово, что у нас получилось все-таки у группы, скажем так, товарищей убедить, что нужно завернуть этих три ИЛА-76, которые вчера на генеральной репетиции проходили. Было понимание, что именно в тот момент, когда его будут хоронить, генеральная репетиция будет проходить. И, ну, вот действительно это понимание случилось. Продлили запрет на полеты аэропорту Шереметьево. И это правильно.
Потому что это человек, который создал великие самолеты. Он, будучи заместителем генерального конструктора, когда им был Ильюшин, создавал Ил-18, как Генрих Васильевич мне, допустим, говорил, что это его любимый самолет. Ил-62, а дальше уже будучи действительно генеральным конструктором, создавал Ил-76, Ил-86 и самолет, на котором сегодня летает президент. И действительно знаково, это мне сегодня фотографии прислали вот с этого прощания, когда тройка Ил-76 идет вот над кладбищем, над мемориалом. Этот человек достоин не только этой памяти, но хотя бы так. Что насупился Илюша, ничего ли, да до зари. Набивает снова брюхо, груз швартует технари. Носят ящики солдаты из заката акварель. Только нам не до заката, рампа, тыльфер, апарель. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И Илью не испугают, грузовик наш боевой. Но вслют уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут, полный борт гуманитарки, там на месте разметут. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали снова в небо с головой. Где-то вновь с надеждой ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий хворотят поют. Летит Илюша работяга, бродяга наш, транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что побахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий хоротят поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из зимы встречают борт. Заведут нас и посадят, они знакомый жаркий порт. Местные не бьют по клуши, все предели как один. От души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером, блеснет. Нам награды, не медали,
поскорее путь домой. Руды снова в максимале, грузовик наш боевой. Я на взлет уходит ввыселья трутяга, турбин грохочущий хвардят поют. Летит Алёша работяга, бродяга наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Спасибо. Опять же, вот, ну, теперь уже вот когда, ну, вот идут какие-то события, вот опять же возвращаясь к уходу Генриха Васильевича Новожилова. Для меня очень дорого, в свое время, когда первый раз при нем спел эту песню, он подошел ко мне и сказал: а можно с вами сфотографироваться? Я был в таком шоке. И вот, ну, мы вспоминаем, наверное, в жизни какие-то вот вещи, которые, вот, как сказать, мы жалеем о них. О том, что для меня вот то, о чем я жалею в жизни вообще, это то, когда я с кем-то недообщался. Это Игорь Ткаченко, это Игорь Бутенко, к примеру. И вот тот же Генрих Васильевич Новожилов, он меня приглашал, говорит: приходите ко мне в кабинет, это легендарный кабинет, в нем работал Ильюшин. А я вот, ну, вот как-то, ну, не нашел времени. Сейчас понимаю, что вот оно и ушло. Ну, в свете, опять же, этой песни, ладно, немножко к позитиву. Опять же, просили передать привет, опять же, Балашов, выпуск 91-го года. Балашов, мой близкий друг Дмитрий Кальченко, Дима, ну, ты вот все никак не можешь дойти до этого концерта. Илья Кобылянский, те, кто летали на этих самолетах, здесь в зале, вот, опять же, там Дмитрий Леонидович сидит, мой близкий друг генерал, который и летает, а он командовал полком самым прославленным в дальней авиации на Ил-78-х в свое время, дозаправщики. Полк с такой историей Великой Отечественной войны. Дмитрий Леонидович, все равно еще раз спасибо, что пришел. Сегодня не задался, я чуть было не проспался, вроде не гудели мы вчера. Зацепил, разбил будильник, от любимый подзатыльник. Ну ты, Маша, доброе с утра. С дуру видно, с позаранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось, он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка ведь папашу точно летчик без царя в башке. Точно летчик без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полеты. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверят и давление измерят. Доктор скажет: летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Ты меня, бетонка, отпусти. В небе там немноголюдно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орет. Я бы здесь пожить остался, в жизни летном прописался, но уже четвертый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук, не слышу под собой. Лампы красным семафором, а мне кричат с панели хором: парень, нынче день совсем не твой. Па-па-па-па, блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы: делай то, не делай это.
это, шеф добавит ласково, держись. Танцевать я вне беринус, перегрузки в плюсовый минус, знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет я в хвост и в гриву, воздух с возмущением свистит. И держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться, Маша, мне такого не простит. Маша, мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Вот это ты слышал, милый. Помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе остав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение уткнешься, борозду на грунте пропахав. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова, кружка, спирт, глоток. Черный командир тут с ними, растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дуя налегке. Ванька мне доложит бойко, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пики. И меня обнимет Маша, принесет борща и кашу, нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все ждался. Мы вернулись, я и самолет. Спасибо. Вчера вот, ну, на высотке стоим в Кубинке, подходит ко мне. А, Николай Игоревич, Леша, как Бердыев. Он один из прототипов написания этой песни, который ночью Су-25 с невыпущенными шасси садил в Липецке. 10 лет назад, в 2009 году. Сейчас уже вот, ну вот, он тогда был старшим лейтенантом. Орден мужества был удостоен такой высокой награды за, ну, подвиг, да. Танкисты мои уходят. Я знаю, что им... Спасибо, спасибо, дорогие мои, что пришли. Давайте поаплодируем моим друзьям. Они очень-очень боевые люди. Кто сказал, что танки не летают? Немножко, ну не то, что я не отвлекусь, я хотел бы, пока вот идет вот это все мероприятие, сказать большое спасибо командующему звуком, Александр Пахомов. Он все время со мной работает, и мне очень комфортно здесь. Саша, спасибо большое. А, вдруг еще вот что-то подумал. Если кто-то вот после концерта немножко задержится в каком-то виде и увидит, что я уезжаю на скорой помощи, не переживайте, со мной все в порядке. Это просто мой друг Александр Шабанов приехал на таком автомобиле. Значит, он руководитель и директор медицинского центра «1Мед». Это вот у него такая еще одна из служебных машин. Он говорит, для перевозки лежачих. Он говорит, если хочешь, мы тебе капельницу поставим. Я говорю, если эта капельница будет с борщом, я согласен. А так я буду сидеть. Но дальники я знаю здесь есть. Я уже... Дмитрий Леонидович, простите еще раз.
Все-таки вот мой друг, генерал Дмитрий Леонидович Костюнин, он был начальником штаба дальней авиации Воздушно-космических сил России. Ну, это серьезно. Это... Кстати, начальники штаба редко летают. Он летал. Сегодня летает уже в другом, в других, скажем так, ну, это авиация Росгвардии, первый заместитель командующего авиации Росгвардии. Это очень, ну, тоже серьезная структура, некоторые не совсем в курсе. Там почти полтора десятка полков. Это очень серьезные, скажем так, задачи выполняются этими соединениями и воинскими частями. Да, но я опять же отвлекся все-таки об этом очень большом самолете, замечательном самолете, который и сегодня продолжает нести свою службу в небе всего мира. Завтра они опять же вот будут проходить на Красной площади. Это очень такой, ну, это самый громкий самолет. Говорят, Ту-142, но это аналог Ту-95. Американцы говорят, мы их там под водой слышим, когда они вот там летают. Пройдя рулежкой на полет, на полосе корабль замрет, а исполнителям молитва, все по карте. Винты все 8 на упор, а разбег, отрыв, вираж, набор. А все проблемы оставим-то на старте. Маршрут проложен не на глаз, мы верим штурману на раз. Здесь интернета нет и недоступен Google. И как полсотни лет назад, бомберы словно на парад идут на север, чтоб потом уйти за угол. И словно лидерный наш борт сопровождает нас эскорт. Вот только нет на небе оркестровой меди. И где-то в натовских штабах шифровки строчат в ПВХ. Летят в Атлантику российские медведи. Летят в Атлантику медведи. Шальбаки, пролитый кофе обошут. Болтанка нас не бережет, погода дрянь. И на радаре сплошь засветки. А в фюзеляже револьвер, он производство СССР. Сказали пхнянкисы, что русская рулетка. И вместо радостных вестей карма доложит про гостей. У гостей повиснет пара супостатов. Они ведь тоже на пролом, а и чуть не блистер нам крылом. Такие борзы, как правило, из штатов. Но не изменит курс аборт, хоть и наглеет наш эскорт. Мы посылаем их домой, любимым леди. И где-то в натовских штабах тревогу бьют, и все в бегах. Пришли в Атлантику российские медведи. Пришли в Атлантику медведи. Жаль, в океане нет дороги, он для нас как синосток. Нам отыскать в нем надо чертову иголку. И ищем мы на риск и страх авианосец на волнах. А не найдем, то сезуда не без толпа. И крик, я вижу, командир, вдруг разорвет не мой мир. Железный ящик с высоты уже заметен. Там чертыхнется адмирал, разнос устроит и обрал. А мы так счастливы, как маленькие дети. Начнет там крыльями эскорт, пошлет доклад про русский борт. И уберутся наши летные соседи. У них в штабах дадут отбой, лишь будут спорить меж собой. Когда опять придут в Атлантику медведи. Придут, ой, придут в Атлантику медведи. Мы на свидание идем, друг друга с танкером найдем, и семь потов сойдет, но мы поймаем конус. Хоть тяжело держать режимом, мы каждый тонной дорожим. Турбулентность нам повысит общий тонус. Наш самолет будет устав, он помнит разные места. Вьетнам, Ангола, Куба и Гвинея. Отцы летали там до нас, но если дали нам приказ, мы без этого смогли, ведь мы умеем. И экипаж он просто смог, и пусть усталость валит с ног. Но мы так рады нашей маленькой победе, что нас совсем не клонит в сон, и не спит сегодня гарнизон. Домой вернулись из Атлантики медведи. Пришли домой медведи. И тут в развалах
речку медведи. Домой, любимые медведи, медведи, медведи. Медведи. Спасибо. Как-то вот я всегда говорю, в 8 вечера концерт начинать, это поздно. Потому что время идет, да. Ну ладно. Поехали дальше по бомбардировщикам. Воздух как раз там распален. Обратилась тысяча кресла. Под завеску я заправлен и подпишем все средства. И летит сирена воин. Опустили капониры, пахнет в воздухе войною. За нашим миру не до мира, миру явно не до мира. Нынче видимо до ночи не маячить. Я не нож, но я заточен под военные задачи. Коль верхом большие лица не нашли для мира повод, не смогли договориться, значит я последний довод. Я теперь последний довод. И со мною наравне эти двое, что во мне, время че на всех часах. Только стрелка мне решить, сколько нам летать и жить. Наши судьбы на весах, где в небесах. Адреналина добавляет неизвестность. Не шлея керосина, я обрезываю местность. Где-то рядом неприятель, мне сейчас не до капризов. Включен главный выключатель. Мы всех выключим, кто снизу. Выключаем тех, кто снизу. Последок днем и громом обрезается поверхность. Контингент и там не промах повышает нашу смертность. И в кабине эти двое на приборы смотрят мура. Я как будто силен на поле. Кашель, жар, температура. Кашель, жар, температура. И отчаянно втроем через небо напролом, как на рваных парусах. Мы то вверх, то снова вниз, на кону всего лишь жизнь. Наши судьбы на весах, где там небеса. Живы оба не убиты, хоть по мне влупили точно. И орёт им тетя Рита, чтоб на воздух вышли срочно. Эти двое, как на мине, велика цена задержки. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держки. Не хватаются задержки. Хочу его эскадрилью, даже если инвалидность. Я не складываю крылья, а меняю стреловидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся. Но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Обязательно вернемся. Вернемся.
чудеса. Что бы ни было, держись, и когда не смерть, а жизнь перевесит на колеса. Где-то в небесах, где-то в небесах, где-то в небесах. Спасибо. И не все же военные песни петь, хотя и авиационные. Звоню сегодня Светке Копаниной, Светлане Владимировне Копаниной. Света, ну приходи. Она, я бы пришла, но я вот сегодня улетаю в Ярославль, потому что завтра она там выступает. Ну понятно, какую песню будут петь. Пилотажный рок-н-ролл, Светлана. Говорят люди, что спортом надо мне заняться. Я бы и не против, только лет не напрягаться. Мне такой вид спорта, чтоб сидеть в удобном кресле. Шахматы советуют, но мне не интересно. С девушкой я повстречался в поисках ответа. Спортсменка Света рассказала мне, что есть, рассказала мне про спорт высоких достижений. Мол, сидишь и все дела, и минимум движений. Усадила мило, словно в кресло кинозала. А потом зачем-то очень крепко привязала. Радостно шмелем жужжит мотор аэроплана. На взлет, Светлана. Мы на точках, как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. И пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь-то, Света? Что ж ты делаешь? Ну, Света! Нежно душит перегрузки, много единичек. Меж приборов вижу я примечена табличка. Надпись «No smoking», вероятно, это шутка. Тянется, как целый час, обычная минутка. Я бы закурил, но как достать здесь сигарету? Смеется Света. Бочки пятки, что пара какие-то фигуры. Это идиот сказал про то, что бабы дуры. Сам дурак из неба добровольно оказался. Понял один день, когда со Светой я связался. Шарю взором по кабине в поисках стоп-крана. Вернись, Светлана. На точках, как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко рядом где-то. Что же делаешь ты, Света? Да что ж ты делаешь? Ну, Света! Я как будто рыба, та, которую за жабой. Жизнь моя, мне кажется, уже абракадаброй. Света, Света говорит, что есть такая же фигура. Я в ответ ей вежливо, но только без цензуры. Ласковая, но ты как? Звучит, как из тумана. Я жив, Светлана. Наконец аэроплан к земле бросает света. Я к тебе вернулся, здравствуй, милая планета. Неужели я живым на землю возвратился? Может, не совсем здоровым, но ведь не убился. В небе мило прокатило, да еще добавок без билета. Спасибо, Света. Мы на точке, как комета, как звезда кардебалета. И с отчаянным приветом я прощаюсь с этим светом. Не пойму я, где планета, слишком близко. Рядом где-то, что же делаешь ты, Света? Что ж ты делаешь, ну, Света? И летаю, как комета. Посылали мы приветы населению планеты. В облаках вдруг понял где-то. Моя песенка не спета. Мне без неба жизни нету. Что ж наделала ты, Света? Что ж ты сделала? Ах, Света. Света.
да, вот приходится где-то как-то так немножко сокращать программу, но я все равно не сильно так ее режу. Просто, наверное, буду меньше перед песнями чего-то говорить. Прилетит друг волшебный в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравить, наверное, оставит мне подарок 500 эскимо. Начитался в детстве сказок, без родительских подсказок. Я хотела летать, как Карлсон, и виражить между крыш. До небес казалась малость, и легко во сне леталось. Только в детстве все осталось, толстый Карлсон и малыш. Эскимо на вертолете, даже если сильно ждете, не бывает, не найдете. Сказка ложь и мультик врет, вряд ли вы меня поймете. Но хотелось жить в полете, и с детства вертолетик превратился в вертолет. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Вертолет. По горам, полям и весям, облака винтами месим, как малыш и Карлсон вместе разлучить не смогут нас. В небе жизнь совсем другая, пусть земля меня ругает. Я по воздуху шагаю, сжал ладошкою шаг газ. Торты, эскимо, конфеты, все остались в детстве где-то. Возим бомбы и ракеты, раздаем то там, то тут. И в десанте, и в пехоте мой зеленый вертолетик в исключительном почете. Нас всегда с надеждой ждут, ждут. Вертолетик. Хорошие мальчишки достают порою слишком. Вспоминая на чью-то мать, кто с рогаткой, кто-то с пушкой. Все берут меня на мушку, отобрать хотят игрушку, вертолетик поломать не отдам. И тогда я огрызаюсь, во все тяжкие пускаюсь, и за небо я хватаюсь. Каждой лопастью держусь. Нам домой вернуться нужно. С вертолетиком мы дружно. Под огнем свидание с дружим. Он герой, я им горжусь. Вертолетик. Вертолет. Вертолетик. Жизни с ним летаем, выручаем и спасаем, отдохнуть и не мечтаем. Поменялись только мест, вдруг из детства тот волшебник прилетит и даст учебник, чтобы понял я, зачем нам этот нас воздушный крест. Прилетит на вертолете неотложно по работе, и заботясь о пилоте, в детство он меня возьмет, даст пломбир кино покажет, сказку на ночь мне расскажет и подарит, может, даже свой мультяшный вертолет. Ну, запускаем, да, конечно? Запускаем. Вертолетик.
вертолет. Спасибо. У меня сегодня разговор состоялся там с очень близкими друзьями. Через полтора месяца просто будут очень такие серьезные мероприятия в Торжке. Это 40-летие 344-го центра боевого применения и переучивания летного состава армейской авиации. И вот 21 июня там будет большое авиашоу. На всякий случай, если кому-то будет это интересно, туда можно приехать. Будут летать «Беркуты», я буду комментировать. Будут летать русские «Витязи» и «Стрижи», это уже железно. Вот это будет очень здорово. Вот, и я к чему просто... Ты же не забудь, что ты эту песню поешь, ну, чуть ли не самой главной. Ну, да. Центр боевого применения вертолетика. Мы так, в общем-то, действительно приближаемся к четвертому развороту. Здесь в заведении командование все время говорит, во сколько не назначай концерт Анисимова, все равно он закончит где-то в 12 часу. Вот. Собственно говоря, ну, сегодня мы его позже назначили. Ну, вот на день рождения мы решили все-таки его на 19.00, хотя, думаю, все равно будем где-то вот туда на 12 час заскакивать. Тебе летать. Хочешь, расскажу тебе, как птицей стать. И ночью толкну поверхность улететь, коснувшись звезд от счастья петь. Главное хотеть. Знаешь, ты не сможешь это позабыть. Знаешь, небо невозможно не любить. Слетаешь, облака листаешь, как тетрадь, знаешь. Небо можно обнимать, главное летать. В звездной вышине, в бреме, а не во сне. Обмануть законы физики суметь. Исключением из правил улететь шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть. Веришь, если верить, сбудется мечта. Веришь, лучшая команда от винта. Сумеешь, 2 на 2 умножишь, выйдет 5. Веришь, ввысь не сложно улетать. Главное мечтать. Блин, разлетится снизу суета. Пылью обернется главная мечта и крылья. Не дадут любовь твою убить, знаешь, это небо можно бить. Главное любить. В звездной вышине, в пряме, а не во сне. Обмануть законы физики суметь. Формулы поправ, сети разорвав, исключением из правил улететь. Шумом ветерка где-то в облаках, умываясь небесами опьянеть. Чтоб хотеть мечтать, чтоб любить летать и успеть. Спеть. Хочешь,
хочешь научу тебя летать. Во сне на его обязательно летать, потому что как, если человек летает, значит у него все в порядке с мозгами. Он вменяемый. Я вспомнил, что пока я все-таки умудрился во время антракта забежать туда в гримерку, посмотрел в телефон, а там была смс-ка от моего очень близкого друга Сергея Филатова. Привет всем выпускникам Харьковского высшего военного авиационного училища. Любчиков. Ну, потому что это с Украины, это дорогого стоит. Я просто вот, я все время читаю это стихотворение. Ну, не все время, может быть, но стараюсь его всегда прочитать, потому что это важно, особенно в преддверии Дня Победы, потому что это наш общий праздник. Я говорил, что немножко я потом еще отвлекусь на одну тему. Я в Останкино сегодня приезжаю, мне говорят, а что, говорит, у вас в Беларуси запретили шествие «Бессмертный полк»? Ой, да нет, не запретили. А просто, ну, бессмертный полк, да, он проходит в России, он проходит во всем мире. В Беларуси это же самое, абсолютно это же самое мероприятие проходит под наименованием «Беларусь помнит». Ну, понятно, что в Нью-Йорке, когда идет бессмертный полк, если в Нью-Йорке сказать «Беларусь помнит», ну, это будет не совсем правильно. А в Беларуси это просто, ну, вопрос подачи теми, кто хотят нас разделить. Вы же понимаете, если кто-то об этом слышал в новостях и еще наверняка услышит, обязательно, ну, знаете, что все там нормально. Все выглядит совершенно вот таким же образом. Это происходит рядом с моим домом. Я живу, в общем, в центре Минска, недалеко от площади Победы. Вот мы так все идем с этими портретами своих дедушек, бабушек, предков. Ну да, кто-то несет ленточки красно-зеленые под цвет белорусского флага. Я, допустим, георгиевскую ленту. Их там много, ее никто не запрещал. Беларусь помнит. И не белорусов, а всех. Всех. Мы выпьем и еще нальем, чтоб через край лилось в стакане. Все водку русскую мы пьем, хоть и не все мы россияне. Литровый коуш во всей красе мы перехилим вельми лука, и белорусы мы не усе, хотя усе мы пьем дубровку. Мы полни келыхи нальем, чтоб аж лилось через винтя, горилку с перцем все мы пьем, хоть и не все мы украинцы. Мы неразлучны, я и ты, тверезы мы, чи зовсім п'яны. Бо мы сябры, бо мы браты. И потому что мы славяне. Мы вместе. Это стих Геннадия Мамедова, моего приятеля. Он заканчивал Черниговское высшее военно-авиационное училище летчиков. Чуть постарше. Он живет в Чернигове. Вот. Я все время шутку говорю, человек со славянской фамилией Мамедов. Вот. Надеюсь, он не обижается. Завтра вот над Красной площадью, я уже говорил, что мы, конечно же, пожелаем и будем болеть за то, чтобы завтра все было классно. На земле оно всегда классно. Там солдат споткнулся или девушка в военной форме потеряла каблук, который там попал между кирпичами, дай бог с ним. То, что происходит в небе, это гораздо сложнее. Мы за это волнуемся. Я вот вчера на предполетной сидел, и это же не дежурно выглядит, когда командир говорит, что там, при определенных обстоятельствах там катапультирование над рекой, над безлюдной местностью, по возможности выключить двигатель. Я вообще, наверное, зря это сказал, но тем не менее, это вот летчики понимают, о чем речь. 74 борта завтра пойдет на Красной площади, дай бог, чтобы все было штатно. Пройдет пилотажная группа «Русские Витязи», пройдет пилотажная группа «Стрижи», в составе вертолетчиков это пилотажная группа «Беркуты». От Липецка, ну, там этот общий строй, тактическое звено, там, ну, можно сказать, все равно там в его составе пилотажная группа «Соколы России». Я немножко для того, чтобы улыбнуться. Там еще одна пилотажная группа будет. Она будет завершать парад. У меня есть очень близкий друг Сергей Соков, полковник. Кстати, кто думает, что он подполковник, вот я сообщу радостную вещь, он ему присвоено звание полковника. Для меня это просто большая радость, для него, думаю, тоже. Так же, как радость, что в прошлом командиру Кубинского авиацентра Александру Георгиевичу Петрову 3 мая указом президента Российской Федерации присвоено звание «Заслуженный военный летчик». Он сейчас командует авиабазой в Армении, в Орегоне. Это такие, ну, я считаю, это важно, если летчики тоже понимают, что это не день рождения, это
Ну, это здорово, потому что мы служим-то не только, конечно, за звание и так далее, но тем не менее это важно. Когда человек выкладывается на службе, он летает и так далее, вот. И звание воинское, и звание почетное, это здорово. Да, я к чему о Сокове, своем друге. Он очень человек с таким серьезным юмором. Так вот, я про пилотажную группу. Завтра еще будет летать пилотажная группа «Краски». Это в свое время он ее так назвал. А потом еще и переименовал. Второе название мне, кстати, нравится больше. Пилотажная группа «Котики». Дело в чем? Это та группа самолетов, которая завершает парад, которая рисует российский флаг, триколор в небе. Ведет ее заслуженный военный летчик России, полковник Александр Александрович Котов. Я... Следующая песня. С Днем Победы! Как обычно, вылет срочный. Знать, приезжали наших точно. Мы летаем денно-ночно на свой вечный риск и страх. Наношу в планшете метку, там в квадрате словно в клетке задыхается разведка в этих чертовых корах. Нам поставлена задача, вот еще бы нам удача. Мы торопимся иначе, там поляжет целый взвод. Запускаюсь без газовки, техник в старенькой спецовке хлопнет борт по законцовке, два грача идут на взлет. Мы не смотрим на пейзажи, надо быть всегда на страже. Среди гор и скал виражи, мои потом не отставая, выхожу из-за пригорка. Осмотрелся на горке, ничего себе разборки. Но ведомый не зевай, внизу держись, пехота. Начинается работа, справа 30 пулеметы, где земля в эфир орет, до ворот бросаю фобы. И на выводе ни слова, словно я попал в ухо, заболтала самолет. Сера, как паутина, маневрируя активно, живописная картина, как соврасово грачи прилетели, выручаем. С огоньком нас здесь встречают, вновь земля не отмечает. Но разведка не молчи, я кручусь и кувыркаюсь. В сотый раз я зарекаюсь, по прилету увольняюсь, чтоб не я двухсотый груз. Нахрена пошел я в качу, вот Ульяновск. Все иначе, был бы дом, машина, дача и подел бы арбуз. Грач, бедняга, изувечен, я за этим отвечу. И несутся мне навстречу ярко-красные шары. Чудеса еще бывают, я живой, хоть попадают, по глазам не раскидают. Нет спасения от шары, горячо, не просто жарко. Отправляю вниз подарки, удержать попробую марку. Под свинцовым кипятком, ВПУ, как пушка, танка, крохот, выстрелов, болтанка. Я как мышь в консервной банке, по которым лохва. Сводку, чтоб за нас не пили водку. Я как уж на сковородке из расходован БК, имитирую атаки. Выходить пора из драки, ведь почти сухие баки. И подрём пока. Мне похоже, как морозом грач, устало клюнул носом. Значит, весь я под вопросом. Самолет мой просто в хлам. Нажимаю машину, дышит, словно держит кто-то свыше. И наушники я слышу, это мы. Спасибо, воин. На обратном довернули, позади снаряды пули. Уравнение обернули, держит в воздухе грача. Борт летит на честном слове, а из носа капли крови. Знаете, в санчасти на здоровье получают врача. Дальний, ближний, вот бетонка, парашюты хлопнут звонко. За рулю иду в сторонку, и меня не тормошить. Где-то боль, но это где-то, а вокруг такое лето. Техник даст мне сигарету. Эх, ребята, будем жить. Thank you.
Будем жить. Мирного неба всем. Мирного неба. Днем победы. Нашей победы. Это наша победа. А все остальные только участвовали. А мы ее сделали. Спасибо, дорогие. Приходите обязательно. Завтра обязательно, конечно же, мы поднимем бокалы за наших близких, которые оттуда не вернулись. За тех, кто вернулись, но не дожили. Это святой, святой и самый главный праздник нашей страны. С Днем Победы! Спасибо! Спасибо! Но я понимаю, что без этой песни отсюда не уйти. Это День Победы опять же. Конечно, мы ее споем. Летом на рассвете заглянул в соседний сад. Там смуглянка, молдаванка собирает виноград. Я краснею, я бледнею. Захотелось вдруг сказать: станем над рекою зорьки летние встречать. Раз кудрявый, да клённо-зелёный лист резаной, я влюблённый, да и смущённый пред тобой. Клён-зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Глянка, молдаванка отвечала парню в лад. Партизанский, молдаванский собираем мы отряд. Нынче рано партизаны дом покинули родной. Ждет тебя дорога, партизанский лес густой. Кудрявый, да клён зелёный лист резной, здесь у клёна, да мы расстанемся с тобой. Клён зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Молдаванка по тропинке в лес ушла. В том обиду я увидел, что с собой не позвала. А смуглянке молдаванке часто думал по ночам. Вновь свою смуглянку я в отряде повстречал. Раз кудрявый, да клён-зелёный лист резной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клён-зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резаной. Раз кудрявый, да клён-зелёный лист резаной. Здравствуй, парень, да мой хороший, мой родной. Клён-зелёный, да клён кудрявый, да раз кудрявый резной. Спасибо. 31 апреля будет у меня один концерт, и, конечно же, я эту песню спою. В Тирасполе, в Молдавии. Ну, это Приднестровская Молдавская Республика. Вот. Конечно, там уже заранее. То есть, ну, ты понимаешь? Он говорит: да, я понимаю. С Днем Победы! Спасибо! Спасибо, дорогие! Приходите обязательно!
Буду всех ждать 26 июля на своем концерте, 17 августа, ко дню воздушного флота, Вадим Захаров. Конечно, конечно, мы там споем. Споем обязательно. Ну что с этим делать? Меня просто сегодня в Останкино смеялся мой продюсер. Мне звонок раздается, я отвечаю, он начинает ржать. Ну, другого слова чего я ответил. Просто у меня есть один близкий друг, я его называю доктором своим автомобильным, он директор СТО, где я обслуживаюсь. Он говорит: ты знаешь, говорит, тебе надо говорить не алло, а я лё. Я летчик. Кто-то порой, я летчик. И звук от турбин на земле лучше звук. А мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Мне хочется в небе бездонном летать. За это готов я полжизни отдать. Я летчик. Ни черту, ни бою я душу продал. Мне кажется, я от рождения летал. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предалец терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а на дне. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Без весь в поту можно просто отжать. И кто вам сказал, что не сложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предалец терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. По нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Квартиры своей у меня просто нет, общага мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. И снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть, и поднялся на лед. Я летчик. К земле меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Я там в облаках нарисую петлю, вираж заверну, горку сделаю, бочку. Я летчик. Пускай перегрузка предалец терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Но только когда не по ней, а над ней. Спасибо! Спасибо! С Днем Победы! С Днем Победы, мирного неба всем нам, нашим детям, внукам, правнукам и всем, кто будет жить дальше. Дай Бог нам всем мирного неба. Спасибо! Спасибо! Будем жить!